Үймүт үтүгүнөн күндүк рәтчилер бит эхиге бу Чукускай бирини көрөт. Бүгүнгү тахары бүтегар Чукускайдагы 18 номердәг асколага саңа кинеге сүрөктөн идигер ылжыттады бит. Педагогическая династия болуп бутур экен ники. Манна кинеге келер битим боламан биле туга. Мистеди дибекке бед династияны келер бедактыра. Ja, anneskeleriä killeriä pitää vittää. Se antan hyvätyöt sellaista, biheskolovitier, aamastan biheskolovitier. Olla aina on heti spolbata, prosta начальника, вторая начальная, вот икс начальная диана, то на это пионерская театре ливте. Аамастан биheskolovitier. Бастык пионер вожатынын бу Степанова Тамара Ивановна болду да. Вот ал пионерский отряд тернатора Спартак тянатады. Се Антон отут хүбетүетсел аспетин генне отутусылдакка уже политехнизация школы дембер олтуй олата оголору үлеге үленавыгыр үретек канада оскола кендер оголор истене дөренек тактер ухана дөренен такык тактер ингенен ол инерин нуксуата ол была он тойдерин политехнизация ден аттавтер ле вот онна ачуталар бүтүлелевиттере полит онна онна тевистенге урак такып теме атут бириллакка бу урагынан балагана тох осколлар бар болбуттара образцовые школы ден научалыда то он нукте биттере хыла хорговалана сахаригер онны офсенен дикускайга даганы о интеллиген интеллектуальный потенциалын үндети хэтте о үрек катарды хи онны үчөй условиялагы школа үрэнинер иинден Нынкылдах руктах, олем была олосколларга орду гэльбэк, ну та, учебник, учуталлахам настары үддюг эдэ, ин. Олгы намарын, тарапитерин хубилэвэ дактарэ, того, того де тэкка, олханы били партии правительства политика тавула. Бары тэнг болухтах бэттен, тема. Олем была на идеологияда хэптэбэспэттен, бу хүбе үсө скола республика Дюкускайга икки скола алыбыта бейени баланы эме образцовый болбуда анна сариден Польшадан келбит директорын то есть заведующийин эмелебите ону хаван кебиспиттере идеологиядер хепти беспеттен все антан февраль Отут икки сыллакка бие сколабыт бу хин үлелебите лаппа. Антан кенники да хаябыттара. Хаван кебиспиттере. О кенне. О кенне мана туах маннык республика ами маннык движение барар. Олабра бу сет туха школалар кыралар эпте бу 400 класс бу 560 класс кайдара бүтүнүтө туухта хайдер олем баланы не полную среднюю школу эбетер сите тахок орто үрактаны киллери канада ден партияны правительство урага таккар олем баланы 1904 ден бир лакка сентябрьга бие школа бытын неполная средняя школа дена аттылар. Сите тагок орто веректеги школа. Дионна директорна намастан Высочина Полина ден Сергеевна учутал ананар. Огынама өрүлелебе да. Гэджан туберкулёстан Россия варананна эмтене баран камбыта. Жоолгыдан антан хэмбит такой дуллар биэннере
партия, она правительство куйду. Бейбу хайдара урактахны олох атын кайсханнан ыты кавары бит. Оттон урут дворянска урактахны ме кохана хох тоғы көрдір біде, түймігі көрдір біде. Оты бейі тоғыра элеменің көрдірдіқ нағайдағы деген тұлықтайылдар. Тұспа өрәқтәғіні келдер әлі. Олаттар тұспа, кіргіттар тұспа. Менен женский, тұспа женский гимназия бар болар, онына тұспа мұрской гимназия болар. Әпті. Онына Тәхін өрәмәлі түхәлілер болан маран. Оны болана оғылыр мәрәдіктері мәттен керем бар, олықтыр кенері. Кіргіттар болана өрәктері мәттілер, директордерін тұра-тұра тыл әтелдер, мүнеқтарға бұл разделіне оқығын айқы, оғылыр бұтын қол боққа дейін, қол банкі бәлі. Инегінен әйте разделіне Тұспа арарын үретеген тоқтур бейініп келлақ. Бұд. Антон, дегінәк өрілілі әбіт директорінен төрден бестен бейін төтсілгі дере Атмахова Мариян Григорьевна математиканы бүтәт біт ұчуыталы центральный вузқа бүтәт бит ұшутал кәлен директендер, онына бұл манна үккет әстәдия бар әді. Онына ол кәлен үлілер. Кенекен еттен Надежда Михайловна Сивцев үлілер. Сивцев ұруячы кәргені. Ото ханық салаячылар үлілен қамсан аспытырынден әттаққа Амастан, тыгінші тоғыз сүсі бәліққа Рагожин Иван Антоновичтен кейі өлелеуеді. Бұл әме архивтан көстіпті. Кені балағана жақай әме потенциалы үддік тұқтақ кейі. Даже оғыларға, бұн өте кейді оғыларға сақалы учебник сұрып бұд. Давыдова әме учебниктері тағатталавыды Вера Дмитриевна татта танхыдер учутал. Онна вулана Эверстов Иван Николаевич Улелевите, эме бу 17-й школага. Бу вулана Сербека уола, бай, миллионер уола. Бета туспа о школары яна ме улелевите. Онганама Улелевек веден от туберкулеза, веден лёгтавите. Тыгынча тогу сюббету Аллаха, любите. Вот. Огнам, бу самый ке всех бүгүн барар этим Лукина Елизавета Иннокентьевна ден учутал үлелевите бехсколовтер. Кене вала ана үрегари туйкуна она орден знак почета тухтах наградалах заслуженный звание лах. Бу учутал дейлері кәрігеғдден үйретерді бастан, ұскола оғады, до революции әтті. Революцияның иненен бараларын ол саха үтчаттарын убедегінен, тәріптерін убедегінен ұскола ағылтабыда. Оғыларын ұскола айдектарын бағарбаттар әді. Несознательный тәріптеріме балылар бұлыр. Вот, де бұл Елизавета Иннокентьевна Адяқайын үңгіті олақан. Саха херин үтчаттарыр, наға, әлбәқ үтчаттары үйретін тағар бұда. Оны үйреққа үшелдік наға ұғы бұда. Научатылын үшелділа бұл бұда кәнеке үйре абидарі. Вот. Та кенеттен датын әме әлбәқ үшелділлар балылар еді. Құлывары бей чағылқай үшелділ Сенглазова Вера Семеновна ден үлелігі дейді. Правда, Бес қолаватыр қылғасты күлілі болан маран. Бұ күз дәдіңі ғылар күстара женская гимназия. Женская гимназия кейрен өрәмміте. Адяқы способный болан омуқ тылын бағылавыта, японская бағылавыта.
ким Амосова цугелигит та таварста харете, олим бала кенигит всю олонту харанук бирге люленнер таварста ханнер Амосов репрессиялам тингене Вера Семеновна ми 16 халга хайгит бехтавида. Хүссилы бэ үлелевит учуталлары тустарынан ки төвар кепсенсеп огынамаран мин түгәтемете оскола жоллоқтар дихтин багарын мохәттес осколач оскола оғлорын тогыде таққа наха чуй учуталлар келен үлелевиттер наха үрдүк үрәктәр оғлор үрәтергә багалак учуталлар келеннер үрәгәри кымын умаппыттар инеген хол хагаттан хәтта һүбе сылты хагалан оғлор аннык олыгыра калбыт билеңе дир оғлор менне күрәк кына хатыр дилактыр мәхәттәсе кула оғлора ген да менә оғлорым мәм хетиләр так мин әми хетиләр дәхмен боскола оғлор поскольку мин историк болар бүгетінен олимпиадаларға жарықтачықпын оғлорым оно Россия тия местелес біте оғлора Назаров Стастиян оға білейін Санкт-Петербурга политология өрінгендер китайский язык өреттер восточный языктары әбетер була Москваға бір ученігім Аргунов Александр ден дебакка олох бес класстан дарыптым тамеха мен кругок принеген первое место не республика алан бесплатно московской тоха кит бите институт кит бите международных отношений блин юрин гаддер дипломный суры гаддер олох Летин него олары бәктер, конечно. Но самых ярких олых әтті қандық. Но бағарым әті манна, мен білейін, то наудығы, ха? Бұ коллектив барлығыр, бағаханам, өсті чүйді күлелән, өсті чүйді олар күтін сайынларын ден бағалақпын, оны даруғай болын, әдіман, үдімен. Теперь я хочу сказать несколько слов о том, что претерпела наша школа и 17-я, и все другие школы вот в годы, будем говорить, 90-е годы и в годы, ну, последние 30 лет. Это тоже очень сложный и непростой период. Здесь, в этой книге, указано об этом. Правда, ну, показано на примере успехов в школе, показано на том, как работали учителя в этой школе. Но я должен сказать, что школьное образование у нас в Российской Федерации вот в эти сложные последние 30 лет выжило только благодаря энтузиазму учителей. Только учительские коллективы школ фактически спасли все образование, вот школьное образование у нас в Российской Федерации. Им надо памятник поставить всем этим людям. А мы, к сожалению, об этом говорим очень и очень мало. Это мое личное мнение. Я вообще должен сказать, вот как бы так завершая эту работу, что школа – это зеркало развития общества. Вот
Я не случайный человек в системе образования. Я 50 лет преподавал в Якутском государственном, а потом в Северо-Восточном федеральном университете. 50 лет – это вообще-то очень большой срок. За это время прошло столько выпускников школ, и мне есть сравнить с чем. То, что было в 70-х, 80-х, 90-х, вот в 2000-х годах. Слушайте, это совершенно разные люди, совершенно разные поколения, со своей идеологией, со своим восприятием мира. И я должен сказать, как бы мы ни ругали новое поколение, я считаю, что они вполне достойны того, чтобы, ну, возлагать на них большие надежды. Я должен сказать, что перед учителями вообще стоит очень большая трудная задача. Вот воспитывая и обучая учащихся, учителя ведь фактически воспитывают их родители. Через их родителей они воспитывают бабушек, дедушек. Фактически школа – это основа воспитания, и главное, в том числе и патриотического воспитания всего нашего общества. Вот в 30-е годы школа справилась с этим. Ведь посмотрите, вот наступила тяжелая пора, Великая Отечественная война. Мы все говорим, да, советский народ победил, выстоял в этой смертельной схватке. Но мы должны сказать, что советский народ выстоял в основном и даже в большинстве случаев благодаря своего патриотического воспитания. Благодаря тому, что вот героически сражались в войну, героически трудились у себя в тылу. И в этом, я считаю, основная заслуга именно школы. Школа. Только школа. И поэтому я, конечно, должен сказать, что отношение нашего общества к учителям, оно должно быть более, ну, более такое теплое и более, ну, уважительное. Да, правильно вы сказали, уважительное. Учителя – это вообще основа развития общества. Я была ответственна за младших, брата и сестру. И я помню, что отец у нас был очень строгий. И я помню, что еще в первом классе он мне сказал, что если с братом что-нибудь случится, я с тебя три шкуры сниму. Вот. Но я потом вот вспоминала, какие же три шкуры он с меня снимет. Значит, вот кожу, потом подкожное, потом соскребет, значит, с этих, с косточек мяса. И вдруг до меня дошло, как же я завтра утром пойду в школу, значит, да, скрипя вот этими костяшками. И я, значит, плакала. Ага, весь вечер плакала, утром плакала. Вот, а отец потом спросил, что с ней? Она плачет. Ага. То и Анна Ивановна сказала, что я не знаю, почему-то плачет и плачет. Вот. А у нас в классе полускелет стоял, и вот мне не хотелось такого идти, значит, в школу. Но когда мама умирала, отец в это лето нас отправил в Мегино-Кангаласки за реку в детдом, надеясь на то, что свежий деревенский воздух и молоко помогут нам, значит, восстановить свое здоровье. Но, к сожалению, я впервые там увидела, как умирают от голода мои сверстники. Это было тяжелое время.
О многом я могу вспомнить, но я хочу выразить коллективу нашей школы большую благодарность сердечную, потому что преподавательский труд, педагогический труд, учительский труд, он очень труден уже потому, что он многогранен. И чем более многогранный интерес у учителя, тем интереснее, конечно, нам с ним общаться. Я считаю, что это столетний юбилей, он заслуженный, вот, потому что школа подошла к этому юбилею с хорошими показателями. Это свидетельство о том, что в этой трудной работе, да, помогает сплоченность коллектива и нацеленность его на новые дела. Что касается программы вузовской, например, да, вот эта двухуровневая система образования, я хочу сказать, что я всегда была против нее, потому что, ну, на 12-м съезде женщин республики я говорила об этом в Нюрнберге на столетии Серебряного века, говорила об этом и в Министерстве образования. Но, к сожалению, значит, это не было поддержано. И очень рада, что сейчас вот немножко изменился взгляд. Здесь у нас есть академик была, Гаврилова Мария Ивановна, по-моему. Мария Ильинична, да? Кузьминична, Мария Ильинична, знаменитая, да, знаменитый ученый. Вот. И ее мама тоже одно время у нас находила приют. Вот. То есть многие находили приют. И я вот, годы-то прошли, и говорят же правильно, большое видится на расстоянии. И я вот сейчас поражаюсь, куда вот папа их селил, где он доставал этот, ну, простыни и так далее, да, вот. И, ну, они всегда это, у нас были. Я помню, семья, пара была литовцев, высокие, красивые, значит, да, вот они к нам изредка приходили, и вдруг весной радостно зашли, и они выставили на стол 10 яиц, десяток яиц. И папа сказал: ну нет, возьмите, вам же нужнее. Они говорят: нет, мы двух куриц завели. И вот мы специально для вас собирали эти яички для детей. Вот. Поэтому, вспоминая родную школу, в год десятилетия и дни, когда у нас 27 апреля День образования родной республики, хочется пожелать, во-первых, здоровья, во-вторых, оптимизма и, в-третьих, конечно, творческих успехов. А мы свою школу любим, и мы ей очень-очень благодарны.